Добрый день, с вами профсоюзы «Союз сильных». Начнем с митинга «За достойный труд». Всемирная акция состоялась в начале октября. Мы за достойный труд! Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд» Казань поддержала митингом, организованным Федерацией профсоюзов Татарстана. На него пришли более 2000 казанцев, и у каждого было что сказать. Более 300 тысяч татарстанцев имеют денежные доходы ниже прожиточного минимума. Вот в нашем театре, например, молодежь получает 3490 рублей. Понимаете? На сегодняшний день. Из них 1500 они оплачивают общежитие. Остается сколько? На что жить? Темы выступлений касались каждого. Безработица и низкие зарплаты, закрытие производств и увольнения, дифференциация в уровне оплаты труда и снижение реальных доходов населения. Почти 200 тысяч работников средних и крупных предприятий продолжают получать заработную плату ниже минимального потребительского бюджета. При этом оборонки и авиастроителям фактически не дают развиваться. За первые полугодия этого 2011 года вся Россия произвела всего лишь 2 самолета. Такое отношение нашего государства приведет в конечном итоге к уничтожению всего производства. По итогам митинга приняли резолюцию. В ней изложили основные требования о достойной оплате, налоговом регулировании, контроле за тарифами ЖКХ и ценами на топливо, запрете заемного труда и создании достойных условий для работы. Требования митингующих были направлены руководству страны и Республики Татарстан. Когда желаемые улучшения станут реальностью, это во многом зависит от власти, бизнеса и, конечно же, единства трудящихся. Порой профсоюзы остаются единственной защитой для трудового человека. Неудивительно, что на предприятиях, которые в ходе реорганизации потеряли свои правкомы, вновь создаются профсоюзные ячейки. Наш следующий репортаж из Зеленодольска. У этих станков зарождался наш правком, говорят на Поволжском фанерно-мебельном комбинате города Зеленодольска. Здесь, в цехе гнуто-клееных изделий, год назад прошло первое собрание будущего профсоюзного актива предприятия. Много с других цехов желающих услышать, желающих принять участие, приехали сюда. Виктория Бабошина была среди участниц первого собрания. Предложение объединиться в профсоюз Вика поддержала. Были наслышаны с других предприятий, то, что это хорошо. Строго говоря, правком на предприятии был доканул в лето в 90-х годах. Поэтому пришлось заново объяснять работникам, что такое профсоюз. Светлана Сидорова прошла все этапы цеховой карьеры, от рабочей до мастера. Ее заслуженно считают лидером трудового коллектива цеха. Светлану и избрали председателем нового правкома. Это вообще понутри мое. Будучи еще даже мастером работы в цехе, я знала проблемы каждого. При помощи Федерации профсоюзов Татарстана новый правком зарегистрировали официально. Через несколько месяцев профсоюз добился принятия коллективного договора. В нем прописали мероприятия по улучшению условий охраны труда, дополнительные льготы для молодых сотрудников и социальные льготы для всего коллектива. Когда мы вот приняли колл-договор, да, я не знаю, как-то почувствовал себя в безопасности, что у нас теперь профсоюз, что он нам поможет. Вскоре правкому выделили отдельный кабинет, куда всегда можно прийти за помощью. А в заводской многотиражке появились статьи о правкомовских поездках, мероприятиях, команде КВН. Наш профсоюз, это вообще что-то, он нам устраивает праздники, там какие-то вылазки. Мы начали жить, в конце концов. Денис Корчинский – активист молодежного совета и актер заводской команды КВН. Благодаря правкому он в буквальном смысле нашел свою судьбу. Оказывается, она работала в бухгалтерии. Вот уже месяц, как Денис и Арина поженились, а семья Корчинских стала первой профсоюзной семьей Поволжского фанерно-мебельного комбината. Свадьба Корчинских тоже получилась с профсоюзным уклоном под аккомпанемент заводской музыкальной группы. Совпало с тем, что мы отмечали День леса еще в этот же день. Вот. И так получилось, что мы приняли участие в этом праздновании, мы появились на сцене. Давно всем понять, пора! За первый год своей работы правком ПФМК доказал свою жизнеспособность. Из 1200 работников почти 1000 человек вступили в профсоюз. Потому что за профсоюзом реальные дела. Мейерхольд сказал о смерти своих современников, поэтов Маяковского и Есенина, что это результат плохой охраны труда на самом сложном участке производства – поэтическом. На самом деле охрана труда – это процесс абсолютно реальный, процесс прозаический, конечно же, необходимый на любом производстве.
Дмитрию Гаврилову приходится переодеваться по несколько раз за смену. Он работает инженером. По долгу службы ему приходится постоянно переходить в так называемую чистую зону и обратно. А еще Дмитрий – уполномоченный профсоюзов по охране труда. Никогда я не думал, что буду заниматься охраной труда. Просто как-то так сложились обстоятельства. Линия в цехе новая. Умная автоматика полностью защищает оборудование от вмешательства человека. Или наоборот, человека от оборудования. Но в охране труда никаких послаблений. Я одна, как мастер, в общем-то, мне это достаточно сложно будет сделать, потому что коллектив большой. А когда есть еще уполномоченный, его все делится на двоих, и поэтому нам намного проще. Оборудование сложное, в цехе тройная степень контроля. Каждый день начинается с проверки техники и бесед с персоналом. Надо и инструкцию напомнить, и про состояние оборудования спросить. Без уполномоченного по охране труда было бы сложно. Уполномоченный по охране труда должен быть. Почему? Потому что он же непосредственно находится уже у себя в подразделении, он свою работу и специфику работы знает от и до. Охрана труда на предприятии – это и учеба, и аттестация рабочих мест. В ТАТ «Химфармпрепаратах» есть отдельный отдел по охране труда. Но профсоюз в этом деле – надежный помощник. Там, где есть профсоюзные организации, есть уполномоченные по охране труда, комиссии по охране труда, там заметно более благоприятные показатели. А в целом по республике показатели охраны труда ухудшились, говорят профсоюзы. По сравнению с прошлым годом смертность на производстве выросла, увеличилось и количество групповых несчастных случаев. В печальных лидерах – транспортная отрасль, строительство и сельское хозяйство. Увеличилось количество у нас и пострадавших от тяжелого травматизма на 18 случаев. Более того, групповые случаи с 75 в прошлом году за этот период времени до 92 случаев уже в этом году. Охраной труда надо заниматься комплексно и системно, говорят профсоюзы. На каждом предприятии должны быть соответствующие службы. Необходимо восстановить и ведомственный контроль. Ведь от охраны труда напрямую зависит жизнь и здоровье работников. Расследование несчастных случаев – процесс долгий. Чтобы сэкономить время, нужно заранее побеспокоиться об охране труда. Тогда и у следователей будет больше свободного времени. Это в кино жизнь следователя полна красивых погонь и стрельбы. А в действительности следователь – работа аналитическая. Места преступления, доказательства, бумаги, отчеты. Жизнь учит. К малейшей детали нужно относиться серьезно. Когда Реском работников госслужбы объявил конкурс «Профсоюзный лидер», в правкоме Следственного комитета решили, от них на конкурс поедет следователь. Ведь он не просто следователь, а профсоюзный активист. Я расследую уголовное дело под бешеным темпом, рассматриваю материалы проверки, и в это же время я должен был как-то учить и еще и репетировать, что было невозможно никак. Но получилось. Чтобы определить лучшего молодого профсоюзного лидера среди госслужащих, в начале октября в Казань приехало 10 команд со всей республики. На первом конкурсном этапе участники рассказали о себе и о своей работе. Затем был конкурс «Правовое ориентирование», в котором конкурсанты должны были показать знания трудового законодательства. На заключительном этапе они убеждали жюри, что их знаний достаточно для того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию. И самое главное – защитить права членов профсоюза. По баллам лучшим молодым профсоюзным лидером среди работников госслужбы стала Ольга Глазова из Бугульмы. Максим Хлобыстов занял второе место. Для меня это победа. Это второе место, не первое, даже третье, неважно. Все равно самое главное же – это процесс и участие. Конкурс «Лучший молодежный лидер» продолжается уже на уровне Федерации профсоюзов Татарстана. В середине ноября в Казани пройдет его республиканский этап. В нем будут участвовать лучшие представители отраслей, входящих в объединение профсоюзов Татарстана. Если в начале октября под лозунгом «За достойный труд» митинговали, то в конце октября агитировали. Наш следующий репортаж с конкурса «Агитбригад». 21 октября в ДК «Сайдаш» прошел второй республиканский конкурс профсоюзных агитбригад «Профсоюзы за достойный труд». 8 команд представили на суд жюри и болельщиков 10-минутные агитационные приветствия. Художественно подходят к отражению темы, к раскрытию темы молодые люди. Это же вот простые рабочие девушки, ребята. Третье место досталось профсоюзной организации «Татнефти».
Второе место присудили команде Казанского порохового завода. А кубок победителя завоевала гидбригада завода «Казань-компрессор МАШ». Такие конкурсы объединяют людей, наверное. Хочется внедрить как-то такие всевозможные акции на своей организации. Ну, то есть опыта никогда не бывает мало. Его все время набираешься и набираешься. В конкурсе агитбригад профсоюзов участвовали как опытные профсоюзные работники, так и молодежь. Это еще раз подтверждает, что профсоюз остается актуальным и нужным для всех поколений трудящихся. Все на сегодня. Увидимся с вами в профсоюзной программе.